Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и сегодня гостем этого видео будет Каролина Роллстрим, и я уже накосячила. Добрый день. Да, сегодня мы с Каролиной будем смотреть обновленную версию нашего самого любимого обновления. Это обновление Хэллоуина, и это просто божественное, самое лучшее время года в ССО, которое может быть. Катька, ты насколько любишь Хэллоуин в ССО? Ну, это вообще лучше, чем Новый год. Так что на все 100%, особенно сегодня. Я вообще очень люблю магию, всю такую загадочность, а еще всякие хэштеги Witch, Magic, а еще если Crystal, то вообще супер. Но заранее говорю, информация в этом обновлении просто огромнейшее количество строк, поэтому если вы хотите знать подробности этого обновления, лучше сразу идите на сайт Star Stable, читайте статью, потому что я боюсь, что все в это видео я вам рассказать не смогу, потому что иначе оно выйдет слишком большим и долгим, а оно и так будет долгим, поэтому запасайтесь, кстати, чаечком, разными напиточками, вкусняшечками, и потому что смотреть и слушать придется много. Катька нам уже проспойлерила, что добавили нового коня и нового питомца. Это магический квотер в стиле Хэллоуина, и он божественен. Я не люблю вот такие вот отметины, полосочки белые а-ля царапины, но на нем это выглядит круто, поэтому да. И вот этот шикарный маленький котик, который а-ля призрачный. Но все, это такие мини-спойлеры. Я же хочу посмотреть локацию. Впервые в жизни они сделали шикарную вступительную локацию, в котором просто шикарные флаги, тыковки, ели. Еще шикарный вот этот плач. Плач? Плача не будет? Катя, где плач? Плача больше нету. Больше не плачет всадник без головы, хотя, кстати, на... Его прогнали. Иди, иди, послушай историю. Прогнали? Да, а понимаешь. Ты же, кстати, в курсе, что в следующем обновлении будет что-то связанное с тем, что, типа, что Ирдрису не стоило устраивать вечеринку в цитадели всадника? Нет? Нет. Ну, ошиб. А, тогда вот, когда они откроют эту новую... Наверное. Новый ворот. Шикарный загрузочный экран, просто божественный. Если все такие загрузочные экраны будут, я вообще буду просто в блаженстве. Да. Шикарная музыка. Я уже слышу свою любимую тыковку. Вот это нет. Вообще шикарный загрузочный экран. Говорю сразу, еще долго у меня будет загрузка игры, потому что я снимаю видос. И придется подождать, к сожалению. Катя, там есть вступительный ролик, да? А, да. Посмотрим. О, Цитадель, как я по тебе скучала. Каждый год я жажду встречи с тобой. Я люблю тебя, вот честно. Но в этот раз кое-что изменилось. Просто такой нежданчик, здрасте. Я ваш краш ваших сердец. Да. Так, ну все, я загрузилась. Здравствуй, тыковка. Вот такой шикарный, кстати, конь. Вот так вот он выглядит во время магического превращения. И знаешь, жалко, что он не полупрозрачный. Было бы вообще круто. Да, я бы вообще испугалась. Потому что у него и так масть, как будто он умерший, где-то на земле валялся. Так, слегка сделаю музыку потише, потому что мне она лично мешает. Так, значит, давай по порядку. Мне интересно заглянуть наверх. Кто там? Ты смотрела, кто там сейчас стоит? А, я там Ирдрис стоит. А, ты уже все посмотрел. В какой-то веке ты первее посмотрел обновление, чем я. Так, ага. Ну... Давайте приключения начнем, что ли, раз ты тут уже... Птичка моя, как здорово, что ты заглянул на мой праздник. Я птичка, Кать, я птичка. Мы все птицы. Пташка. Пташка, да. Великолепное место, не правда ли? Я блуждал между мирами и вдруг увидел этот замок. Парил себе между вселенными. Какой грандиозный, восхитительный, но такой мрачный. В этих стенах скопилось столько неприятных эмоций. Это было просто невыносимо. Я решила оживить его. Вот и устроил праздник мечты. Всадник без головы был против, но я отправила его проветриться. Он только испортит нам всем настроение своим зловещим видом и жутким дыханием.
А, так его заточили в эту клетку? Блин, Ира, Там сейчас такое зараза. пасхалка будет, ты просто офигеешь. Зараза, я вообще обожаю всадника без головы, я обожаю с ним тут тусить. Ты, короче, сейчас туда пойдешь, и ты офигеешь, там просто конь его бегает. А, да? Так, вечеринка без гостей, безобразие. Я надеялся, что ты сможешь поискать на Юрвике для других гостей для моего праздника. В начале каждого часа ищи призрачный вихрь. Да, кстати, вот, ребята, об этом тоже можете почитать подробнее на сайте. Замечательный праздник для всех мастей. Ну, как я поняла из трейлера, мы будем находить призраков, и потом тут их будет просто полчища. Повеселись, птенчик. Надеюсь, ты приведешь еще много гостей. Боже, вот у меня сразу такой тон в голове от этого голоса. Такой Идрис Баб, блин, короче. Ба, птичка моя, просто птичка моя. Я не могу. Птичка. Из какого века? Пашка. А, кстати, а ты в курсе, что вот эта гигантская танцующая тыква это а-ля шкаф? Да? Не. Так, ну как всегда, мы будем обменивать кристаллики в этом году. Кстати, в этом году только розовые, так что если у вас скопились за предыдущие года, можете их смело продавать, они вам не нужны. В этом году обмен будет только на розовые кристаллики. Боже, сколько вас тут? Так. Серьезно, тыковка, это шкаф. Очень классно, очень удобно, кстати. Так, хочу посмотреть в магазине. О мой бог! Или давайте, как в Монстр Хайнг говорила Клела Даниил. О, мой Ра! Слушай. Ты видишь, какие цены? Это кошмар. Ну, они что-то вообще как-то завысили цены. Мне нравятся Мне очень... сапоги, маска, седло, вальтрап, вампирский. Вампирский, знаешь, похоже, вампирский конфликт Да. мне нравится целиком и полностью. Я вот тоже думаю, может, что-то на него О, накопить как... прошлогодний комплект, который я отказалась собирать, потому что мне он не понравился. Ну, знаешь, я, наверное, даже шапку покупать не буду. Так, ну из этого комплекта у мумии штаны есть. Бла-бла-бла. Бла-бла. Ну, а все остальное я собирала халявно, и покупать я пока не вижу смысла. Хотя, да, вот штаны-скелетик, может быть, стоило бы купить. Но не сегодня. Так. Ой, боже мой, сколько народу-то. Так, а тут что? Тут эти. А, волшебные порошочки. Мне, кстати, нравится, что персонаж танцует с тыковкой. Это прям... Ну, призрак с тыковкой танцует. Прям такой ля-ля-ля-ля-ля. Иди сюда, в маске, в маске. Маски. О, все, венецианская эпоха, прям какая-то. Я вспоминаю, извините, 50 оттенков серого. Возможно, я не знаю, я не фанат, я не смотрела и смотреть даже не хочу. Я не фанатка, но я в курсе. Ой, слушай, я, наверное, одну маску. Ну, это я тоже думаю купить. Я одну вот прям сейчас куплю. Вот, да, и прям вот сейчас ее одену. Если ты сможешь на меня посмотреть, то увидишь, как. Блин, я хочу посмотреть. И думаю, какую купить-то тоже. Так, давайте посмотрим. Я купила Ой. черную. Сейчас одинаковые. О, Такую ты сейчас. купила? Какую ты купила? А я думала, Так. кстати. Я думала, кстати, между этой и ту, что купила. О боже, слушай, это классно. Это Мы прям как будто классно. мертвые души. Мертвые души, да. Кстати, ребята, гонки остались за те же самые, насколько И я там помню. новое есть. Нет, есть еще и новая, да. Карта. Карта. А, карту обновили. Коней пойдем посмотрим. Да, ты мне потом покажешь, где здесь новая гонка. Я, конечно, проходить ее не хочу пока что, потому что видео и так обещается быть очень долгим. И у меня, как назло, кстати, свернулась уведомлялка. Где собака? Катя, это собака? Это собака! Собака-то почему собаки нет? Если была бы собака, я бы купила. В следующем В обновлении будет следующем. собака. Да, давайте в следующем обновлении собаку. Я бы купила. Так, где? Где? Вот. Шикарный котик, покупаю даже без вопросов. Он будет мне напоминать о этих шикарных хэллоуинских временах.
Короче, есть вон тот кот черный. У меня тоже черный котик есть, у меня и белый есть, у меня, по-моему, вообще котиков дофига. Я покупала специально, по-моему, только два, белого и черного, но там же еще за Новый год каких-то котиков давали. Так, о боже мой. Значит, там стоят два фьорда магика, здесь фьорд, здесь магический шар. Ой. И да, ребята, в этом видео, как и обещалось, будет покупка двух конях. Двух, Карл. Да, обещанный Тракенин. Он тоже сегодня будет куплен, поэтому прощай, СК, вообще по полной программе. Где так, дальше? Значит, я в коня зашла. Я в коня зашла. Ну ладно, сиди в нем. Так, в общем, зовут его Том Хуф. Ёлки, я на русском языке. Я бы его на английском назвала, но ладно. Я тоже на русском назвала, хотела на английском назвать, но, блин, это слишком что-то долго, а я хотела очень быстро. Я, короче, назвала призрачный дух. Шикарный конь, тем более, кстати, вот кто не знает, ребята, самая такая полезная штучка, наверное, если вам захочется почитать историю пород, вы теперь сможете это спокойно сделать, не выходя из конюшни, и теперь в моде можно перетаскивать лошадей как-то. Ну, в общем, мы будем в конюшне все равно, вы поймете, о чем я. А как его назвать? Я назвала призрачный дух. Назови призрачный, там что-то выбери. Хочешь как-нибудь по-ковбойскому назови? Уже ковбойский конь, как будто из Red Dead. Не напоминай, мне про Red Dead там вышел тоже хэллоуинский абонемент, мне придется заходить туда и тратить там золото. Это что, это почти те же СК. Так. Беспокойный. Я не знаю. Ой, как ты там призрачный, да, говорила? Слушай, а я знаешь, как я, наверное, назову печальный кристалл? О, давай, давай. Так, итак, ребята, нажимаем. Кать, скажи, ты визжала, когда покупала своего? Да, я прям вспомнила, как будто я первый раз коня покупаю. Блин, потому что конь, ребята, на самом деле очень шикарный, никто не ожидал магического квотера. Никаких спойлеров по этому поводу не было. Так, котика я купила. Шикарный котик. Ну чё, зови в конюшню, побежали, присаживайтесь. Котёнок. А тут что-то еще было, нет? А пойдем на остров, где этот всадник закрыт. Да. Потому что я еще в трейлере, когда увидела, поняла, что это очень шикарная локация. Я бы хотела здесь тусить просто 24/7. Ну, игровых, конечно же. В реальности не получится. Так, ага. Ага. Ой, слушай, очень здесь классно прям. Знаешь, не хватает здесь могил. Были бы могилы, прям муа, было бы. Теперь, короче, пошли искать коня. Он сейчас тут будет. Ой. Ай, я упал. Конь? А где тут конь? Просто сейчас мы на него наткнемся. Да? Он нас напугает, да? Mm-mm. О, глазки. Либо он еще не вышел из леса, либо он... Ты нашла? А, нет, это, наверное, чей-то, нет? Где? Один стоит, если один, то это не чей-то. Он там стоит вон, у меня в камне! А он у меня просто бежит сейчас вот здесь. Подожди, там что-то... Можно нажать на него, но тайминусь. Он не хочет со мной говорить, он меня убегает. Он, короче, у меня стоит в камне. И попа только торчит из камня, но у меня, видимо, глюк. Я потом с ним поговорю. Подожди. А, да? У тебя такая же дичь? Он со мной не хочет разговаривать. И у меня со мной не хочет разговаривать. А может быть, он и не должен с нами разговаривать. Не должен. Можно мы прямо сейчас выпустим призрака, потому что я по нему скучаю? Я вообще-то приехала ради него. А что будет, если врезаться? Ничего.
А ничего, я думала, пошли вот эту вот новую гонку выполни. Я видела, там можно бегать от гигантского черного котика. Мне этот момент можно, интересен. Там свобода, там времени никакого нет. Там просто идешь и смотришь на локации. Там вообще какие-то сатанические обряды над лошадьми были у меня лично. То есть, там... то есть это то, что разработчики имели в виду, что это страшная гонка, да, которую... Вот сюда. Которую... Жуткая поездка по маршруту. Подожди, куда нам ехать? Да, которая... Которую нет, ты должен... Нет, может, самое первое все-таки. А подожди, а следующее что? Следующее, может? Мучительная гонка всадника. А, да, да, самое первое, пошли. А может быть, мучительная, нет? Не-не-не, я была там. Ну, как знаешь. Кстати, стой! Стой! Я хотела. Ребята, сразу извиняюсь за громкие мои крики и вопли. Я хотела узнать, посмотреть. Так, окей. Что у тыковок в этом году? Какие награды? Ничего нового там нет. Тыковка тоже, другая, только тыковка другая. Ой, слушай, а мне шляпка нравится. А там шляпка есть. Катя, а там есть шляпка? Да. Ой, а как их? Я забыла, как тыковок собирать. Ладно, потом разберемся. Так, в первый портал, да? А мы видим друг друга, нет? Ой, ребят, в общем, я обожаю Хэллоуин. Я ССО больше всего начинаю любить именно в это время года, когда приходит Хэллоуин, особенно. Да, мы такой... видим друг друга, Даша. О, боже! А куда? А куда идти? Пойдем. Куда? Просто куда хочешь. А тут страшно? Офигеть, а как мы с тобой друг друга видим? Да. А я не знаю. Может, нам повезло. Нам повезло. Ой, а чё так страшненько? Мне просто... я в принципе трусишка, и мне всё страшненько. Воу. Почему это я чувствую, как будто это щупальца Гарнака? Да. Это чё, корабль на щупальце? Да, я чувствую щупальце. Что? Подожди. Корабль на щупальце. Да, поедем. В ту дорогу или туда? Давай вот налево, куда ты поехала. Катя. Слушай, это вот то, что мы... Это то, о чем мечтали. Ночь, жуткий лес, холодно, мокро, страшно. Мы мечтали об этом. А мне кажется, у меня дома. Ой. А мне кажется, мы не туда поехали. Тут везде можно ездить. Вау! Что это? Пошли посмотрим. Ты должна слезть с лошади здесь. У меня такое чувство, что это как будто воспоминание. Можно сесть. А, сесть. Сесть, да. Пить. Офигеть. Танцевать. Вот я думала, тут что-нибудь жуткое сейчас будет. Я вообще Есть жуткое. Я готовлюсь морально к жуткому, но я чувствую, когда оно будет, я уже буду не готова к этому. Подожди, пошли потом, да, туда посмотрим. Ой. Почему? Может быть, закрытая территория. Мы пошли туда тогда, значит, нам в другую сторону. Катя, я испугалась, это было неожиданно. Еще ты в меня въехала. Ой, ребята. Ой. Я надеюсь, вы тоже любите так же сильно Хэллоуин, как я и Катя. Было, как зовут Катю. Мне просто страшно. Мне страшно, я начинаю говорить медленнее. Просто Катя. Потому что Катей. Потому что мы с Катей... А, что? Что? Вот иди, короче, тут Идрис есть. В смысле? А что, тут новое, что ли? Что? А что это? У меня вообще все было по-другому. Можно к ним подойти? О, иди сюда. А ты у меня пропала, кстати. Ну да, я задание выполнила. У тебя там что-нибудь есть? Страшилки. Ну, типа... Конечно, я послушаю. Мне уже страшно. Пипец. Тут не однообразно хотя бы. Прикинь. Я в шоке.
Если забраться на самом утёке, утёс смысл. Скрипка за лучших душ. А то иногда спасаю. О, господи. Капец. Медведь размером Шайра. Кать, ты же понимаешь, я теперь хочу пойти на ту гору и постоять там. Понимаешь, то, что я когда первый раз сюда пошла, я там сидел и Гур, и девочка, и она рассказывала, в общем, то, что из-за чего это кельты ушли. И... они ушли из-за того, что там какое-то огромное создание было, оно их напугало, они решили уйти, вообще даже не собирались ни перед каким предлогом оборачиваться, возвращаться, и просто закрылись за той ледяной дверью. Там вот следы начали рассказывать, все остальное. У меня вот тут, короче, был сатанический обряд над лошадью. Можно спросить, почему у тебя все самое интересное, Кать? Я не знаю, я тоже. Ну нет, сатанический обряд над лошадью, это, конечно же, жесть. Но я бы хотела посмотреть, потому что ты меня запугала, и я рвалась сюда со всех ног, чтобы увидеть это. И меня еще пока что, кроме огня, ничего не напугало. Я надеялась на... Кувкову. А это так... А, я думала, эту тыковку можно собрать. Не. Знаете, что самое классное еще, ребят? Что вот во всей этой обстановке подходят новые дикие лошади. Прям вот вообще. Прям вот идеально. И извиняюсь за лаги, потому что многие уже помнят, что мой компьютер плюс запись плюс ССО уже ничего хорошего не выдает. Столько тыков. Романтик. Одни вороны, блин, были. Я тебе... каждый раз новые локации. Да, наверное. Ой, дождь. Где? Да, дождь пошел. Вау. Класс, глянь, как красиво. А если еще, знаешь, убрать отображение всего... то вообще шикарненько будет. Везде не тыкаю, я прям жду что-то такого страшного. Эх, я надеялась, что если въехать в эту тыкву, что-то произойдет, но нет, ничего не произошло. Катя, я застряла, подожди. Катя, а тут что-то тыкву есть. Тут. Где? А где ты? Я... вон, я слева от тебя. Слева сзади. Слева сзади, да. Тут какая-то свечка. Я ее собрала. А что это? Это осколок? Свечка. Это, сейчас скажу, обычный момент, который горит черный пламень. Бесплатный предмет можно продать в магазине за шиллинги юрлика. А куда ее поставить? Подожди. Ее некуда ставить, в этом-то и проблема. Ай, что-то у меня в этой локации плохо с управляемостью, я во все врезаюсь. Тут куча спящих тыковок. Че, пойдем дальше? Такие, воу-воу. Ворона. Да, пойдем дальше, потому что... Где мой испуг? Где мой обещанный страх? Я вот, я нашла тебя. Где призраки лошадей, которых я видела в трейлере? Да-да. Вау!
Катя, а вот тут уже змея, гигантская змея, Кать! Она укусит, если ты к ней подойдешь. Я подходить не буду. Это у меня пропало. А вот тут уже страшненько. Катя, а что там? Я не знаю, мы тут одни волки были. А тут музыка какая-то. Катя, мне страшно. Змея бежит, Даша! Боже мой, сейчас уже... Катя! Что это? Что за страшные какие-то разговорчики пошли? Как будто гигантская что-то с нами разговаривает. Катя! Все? А, все, фух. А ты представь, если бы мы не заметили, если бы ты не заметил змею, мы бы не испугались. Мне кажется, нас бы съели. Ой, Даша, я там какую-то сатаническую фигню вижу. Где? Быстрее. Ты где ты? Куда? Вниз? А тут по-другому, походу, надо было проходу идти, да. Ничего страшного, не важно. Нас очень нужно. А, тут пугалки. Блин, мы обломали себе всю пугалку. Ну и ладно. Ну и не нужно. Блин, глянь, какие тыквы красивые. Да. Слушай, а мы бы не смогли проехать в обратную сторону здесь же. А кто это? А. А что это я не могу проехать? Алло. В смысле? Я не могу проехать. Я не могу проехать, Кать. Ты чё? Не бросай меня. Ты спускайся. В смысле не спускай? Подожди, я сейчас попробую. Ну, Кать, ну... Во, я все, я смогла. Катя, вернись, Катя. Где? Я там, где чувачок этот. Стой, если хочешь пересечь этот мост, то сначала отгадай мою загадку. Какой чувачок? У меня нет никакого чувачка. В смысле? У меня тут мелкий чувак. У меня тут столб огня, стена огненная и чувачок, который вот... Один из приспешников Санты, но он еще с прошлого года в Хэллоуине тусуется. Нет. Загадка. Я пляшу, не имею ног. Я ем, не имею рта. Я живу и угасаю, хотя у меня нет души. Огонь. Правильный ответ. Можешь проезжать. Поехали. Мы можем туда. Ну подожди, может быть, я сейчас, когда в обратную сторону поеду, у меня что-то будет появляться. Может быть. А может и нет. Но то, что тут все это выскакивает, я теперь знаю, мне не страшно. Были там. Ехали туда, посмотрим вниз, что там. Вниз? Да, мы же проехали этот мост. Ой, а вот там еще что-то есть. Эй! Ведьмочка какая-то. Вот оттуда надо, блин, ехать. Поехали туда. Вниз. Ну, поехали вниз. Ой, стой! Вот там что-то было. Вот туда вниз, да? Можно. А, это пугалка просто. Где призраки лошадей? Алло! Я что-то не знаю, почему тебе не повезло. Мне не везет! Катя, блин, хочешь поржать? Хочешь? Ты тут мистер Кем, блин? Ой, подожди, стой, туда пройти можно. Стой, я не могу въехать. Подожди меня, Катя, подожди меня. Офигеть, опять мистер Кембл. Опять твой батя Каролинка вернулся. Готов продавал, что теперь? Ну что теперь такого-то? Катя, мы нашли... Блин, подожди, не беги туда. Пошли, где мы этот проходили с тобой.
Погоди, тут стоит Джастин. Ой, ну да, послушай, что он скажет. Ты можешь бежать быстрее, тебе мешает кошелек. Подожди, пошли на тот мост, мы на нем не были. На какой мы мост? Ну, на котором, где тыквы были. Мы его проехали и что-то так и не пошли дальше. Чего? Где тыквы были, где ты разгадывала загадку, мы не в ту сторону поехали. В смысле? Нет, я в ту сторону поехала, как он стоял. Ну, ладно, поехали, может быть. Ну, я не знаю. Я не знаю, у меня все не так. Я обломала себе страшилки, потому что поехала не в ту сторону, Катя. И пока что самое страшное, что было, это вот этот вот туннель. В скале. А что там? Там дорога, которая закрыта. Туда пока ехать. Пошли вон туда, вниз. Мы внизу не были. Ну пошли, в смысле мы внизу не были. Мы а были внизу. Мы здесь не поднимались. Всё. Кать, мы внизу гуляли, там тыквы спят. Да? Да, и тут мы сейчас выйдем опять к ущелью. Да? Да. Вон, видишь, ущелье. Ну и пошли отсюда, к этой гонке равной. Всё. А что будет, если я еще раз проскочу ущелье? Наверное, уже ничего не будет. Змея в обратную сторону за нами поедет. Блин, тебе не повезло. О! Опять я эту змею испугалась. Да что такое? А у нее просто глаза страшные. И она такая ла-ла-ла. Подожди, нам надо назад, а то мы в том портале не выйдем. Почему? Выпустит, это начало, а нам надо в конец. В смысле это начало? Мы же появились с другого портала. Появились с того портала, куда мы сейчас скачем. Мы появились с того портала, где около стенки. Ну вот давай, я вот сейчас... Я вот сейчас проеду и я скажу тебе пропускать. Я думала, мы к осени скачем. Нет, а все. Смотри, смотри, написано в безопасности и лошадка скачет, они как версии на телефонах сделали. Да, кстати, классненько, классненько. Так, чё, куда? Так. Пошли дальше выполнять задание, но не здесь, а именно на Юрвике. Я предлагаю пойти купить второго коня. А, ну пошли. Точнее как? Сесть. А, нет, просто пойти купить второго обещанного мною вечного коня. Вот. Блин, как стыдно, я тапки не переодел. Тапки не... Катя, ай-яй-яй-яй-яй, тапки не переодел. Блин, я тут была украинкой. Так. Надеть украинский костюм, потому что я свои тапки забыла. Блин, да так стыдно, да? Чё ты мне не сказала, что я в шлёпках каких-то? Я не видела твои тапки. Честно, я не видела. Кошмар, кошмар. С тапками, блин, как это, я не знаю, врач. А чего ты так? Ну чего ты так? Никто не заметил твои тапки, пока ты не сказала об этом. Так, так. Сейчас наша задача это доехать до... До твоей конюшни, Кать, так что ты можешь телепортнуться просто туда. А мне нужно в твою конюшню, чтобы купить Тракенина наконец-таки. Это уже жизненно необходимо. Конечно, золотого листа. Слушай, ну вот, я только что, я сейчас в Инстаграме скриншоты вижу, а кто-то убегал от волков. Кто-то вот тут волков убегал, кто-то от гигантского котика. Вот как это? Катя, а ты в курсе, что у тебя на конюшне теперь почти всегда туман? Да. О, ты уже здесь. Здравствуй, мой черный дружок. Я тебе 2 года уже не могу купить. И наконец-то я это делал. Мне остается, правда, ни черта СК.
Нифига у меня не остается, но я это сделаю. Давай, давай. Так, я назову тебя... Хороший вопрос. А у меня, кстати, получается, что все стоящие здесь таракенины, что они все мальчики у меня будут. Ну и чё? Ночной. А кто ты? Ну давай. Ночной. Я не знаю, как, честно, что-то как-то не знаю прям. Я не помню, кстати, как я своего не помню. Я не знаю. А кто такой Стридер? Я не знаю. Стридер? Да, тут такое имя есть. Я не знаю. Ночной. Ночной туз. О, у меня какой-то туз есть. Ребята, спустя 2 года я наконец-то купила этого вороного тракенина. За 2 недели. Сколько? За 3? За 3, за 2. За 3 недели у меня пункт о желаемых мною лошадок с 2 года как разница, наконец-то выполнен. Так, сейчас я телепортнусь к тебе в конюшню. А, я так рада! Я так рада, я так рада. И позови меня на конюшню. Позови меня с собой. Так, а сейчас я прогружусь, я тебя обязательно позову. В общем, локация Хэллоуина очень классная. Тусить там буду с Катей постоянно, пока ее не уберут. Обязательно буду ждать, что будет на следующей неделе. И, кстати, те, кто знают спойлер про питомца паучка, его же нигде нет, значит, возможно, в следующем обновлении, которое дополнит сюжетку, связанную с крепостью нашего любимого всадника без головы, возможно, там появится еще один питомец или сюжетка с ним какая-нибудь. Так. Так. А где? А я молодец, я не оставила места для новых конях, поэтому мне придется их перетаскивать. Значит, этого сюда, этого сюда. Сейчас, Кать, секундочку, сейчас я тебя приглашу. У меня не перетаскивалось, я аж испугалась. Так, пригласить Каролину Роустрим. Приглашение выслано. Катя, у меня просто какой-то поток лошадей, которые черные. У меня получается, я купила только Тинкера светло-серого, а все остальное это я араба темная выкупила, в Хриза темного, началку темную, кучерашку вороную. Тракенина вороного. Меня не пугают эта кобыла с жеребенком, меня пугает звук, с которым они появляются. Но честно, мне это очень страшно, мне прям страшненько. Но маска, кстати, шикарная. И сколько? И у меня осталось 1243 СК. Давно такого не было. Ой, давно такого не было. Так. Сегодня такая же сумма осталась, да? Катя, больше наконец-то! Нет, у меня теперь один... Я наконец-то купила его! Неужели? Неужели? О боже, он прекрасный. Вот осталось только, чтобы им исправили шаг с этой механической шеей, потому что рысь у них сейчас нормальная. Блин, типа как будто, знаешь, у англичан меня взяли и шаг этот приклеили к тракенину. Да. Это некрасиво, он не смотрится. Так, ну ты красавчик, ночной туз. О, печальный кристалл. Какой ты классный. О боже, у меня аж мурашки пошли. А, какого, кстати, уровня у меня все другие вот магические? Вот этот вот призрак, 10-й. Он меньше, чем квотер. Это реально какая-то кобыла. Да? Да. О-о-о-о.
А ты уверен? Мне кажется, они одинаковые. Просто квотер, когда стоит на месте, у него попа выше. Ну хотя бы. Ой, господи. Подождите. Какой время. Классный конь, я не могу, прям. Так. Время становиться девкой-украинкой. Товарищи. Ля-ля-ля. Ой, Катя, подождите, сапоги у меня приколдесные. Катя, а как ты говорила, нужно сделать, чтобы перетащить лошадь или как ты? Как ты говорила? На имя нажать? Я сказала, на имя нажми вот здесь. А, наколдую. Вот, все, я нашла. Еще раньше нельзя было нажимать на имя. Ну, точнее, раньше можно было, а потом они убрали такую вещь, что ты нажимаешь на имя лошади, которая над ней высвечивается, у тебя открывается окошко с ее характеристиками. Сейчас это сделали опять можно. Ага, вот, все, я поняла. Кнопочка переместить. Не понял. Я могу сказать так, как эта свеча проявится, ее можно, мне кажется, на столик поставить, типа, и все вместо еды. Кать, ты читаешь бесполезный предмет, можно продать в магазине за шиллинги. Можно. Читаем. А где, кстати, слушай, а где макияж-то продается? В любой парикмахерской добавлен хэллоуинский макияж. Пошли проверим, может там новый что-нибудь. Сейчас проверим, конечно. Сейчас только я оденусь как-нибудь подобающе. А вообще, кстати, как мне вообще одеться, чтобы было подобающе? Да, кстати, на него вообще, блин, типа тяжело что-то подобрать нормально было. Подожди, я потерялась. А на кого я одела? А, я, кажется, вспомнила на кого. Бла-б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 ла
Нет. Знаешь, а я, пожалуй, на него одену барокко. Стиль барокко. Вот тебе как раз под маску подходит. Слушай, точно, я что-то не заметила. Подожди, а ты не будешь кота брать? Я сумочку... Я вот только что... Я просто сумки редко ношу, и питомцев я редко ношу. Ой, я вообще не ношу. Ну, вот я практически мое редко это и есть не ношу в принципе. Вот, у меня как раз это получается... Кать, я псих. У меня черный кот, белый кот, потом спящий снежный кот, который давался за какую-то какие-то мероприятия в Новый год. У меня есть котик, который давался в календаре новогоднем. У меня есть котик, который фиолетовый магический. И теперь у меня еще и этот котик. У меня есть снежный кот, черный кот и вот этот кот. Я не фанат зверюшек. Я тоже не фанат зверюшек, но ты когда, кстати, будешь пересматривать это видео, или, в принципе, я тебе могу даже сфоткать, у меня их столько, я в шоке, откуда они. Я не знаю, я не... Знаешь, откуда они? Катя, там выпустили много новых милых котов, сейчас я куплю, блин, всех. Катя. Ну, потом три. Подожди, а куда мы едем? А, так, на ферму Стива давай. О, ребят, классный все-таки коняха. Ферма Стива. А зачем на ферму Стива? Так там задание есть, и можно посмотреть макияж. Ничего себе, Так, ладно, ну я думаю, возьмем заданьку, и на этом будем прощаться с теми, кто нас сейчас терпит и смотрит, потому что, мне кажется, очень долго. Ну и, конечно же, нужно будет снять еще одно видео. Сразу после, причем после этого. Но это уже будет секретик. Ничего нового они не добавили, блин. В смысле, в парикмахерскую? Угу. В раздел макияжа? Ничего нового. А, ты имеешь в виду там хэллоуинское старое все, да? Да, но почему нового ничего не сделали, интересно? Ну ладно. Слушай, они и так хорошо доработали локацию, да, они сделали маски шикарные. Так, ты где? Я мчусь к замку. Мне интересно, что там.
А, да, да. И что это? А где она? А внутри замка заданька, да? Нет, рядом с замком. Там ведьма стоит. Там жена тыквы собирает, ты чё? А тут чей-то конь. Магический шар чей-то. Ой, а тут... Вот, в это время года я обычно организовываю захватывающие приключения с призраками в погребе замка Серебряной Поляны. Это страшное место, и я надеюсь, что ты не испугаешься. Хватит ли у тебя мужества, чтобы не испугаться, и я в этом погребе замка выдержать испытание там. Мужество, я женщина. Катя, я на телеге по замку катаюсь. Я не хочу увидеть опять Каролининого отца, как его боятся все. В смысле, где это было? Это всегда было. Я не помню. Блин. Я вас предупреждала, я трансишка по полной программе. Так, ладно, у меня крика не было, но глаза у меня расширились. Что же? Ну, это не страшно. Это было неожиданно. Окей. Ты где? Я тебе говорю, на тележке. Я на тележке по замку катаюсь. Ты, даже я коня твоего испугала. Я его сначала не увидела и смотрю, кот тупо висит в воздухе. Я такая, что? Мой паучок. Почему я в жизни боюсь этих паучков? Маленьких, миленьких, а я жуть как боюсь. Слушай, это реальный спойлер. Везде стоят плакаты с твоим батькой, мистер Кэмпбеллом. Mm-hmm. Это прям жуткий спойлер. Это значит, что твой Матькович и Батькович вернутся. Да, кто не знает. Я не знаю, что у них за планы, типа. Ой. А ты в курсе, что камеру можно двигать? Да. А я забыла. Кто не в курсе, отец Каролины мистер Кэмпбелл, а мать мадам Дрейк. Драки. Не знаю, как сказать. Всё, я доехала до финиша. Я вот еду до финиша. Я доехала. Так, я тогда жду тебя внизу. И будем прощаться с нашими дорогими зрителями, назовем их так сегодня. С нашими дорогими любителями Хэллоуина. Очень спасибо, что просмотрели это долгое видео, что поддержали с нами. Надеюсь, были смешные моменты, которые вам понравились. И давайте такую хэллоуинскую шуточку. Каролина обожает просто смотреть на обновление ССО и выявлять все их ошибки, недочеты по реальным просто масштабам. И если бы вы хотели послушать, как она этим занимается, к примеру, в каком-нибудь видосе, пишите комментарии, устроим обязательно. Кошмар. Так что всем спасибо, всем хорошего времени суток и с хорошим вас Хэллоуином. Надеюсь, вы проведете его так же шикарно, как и мы. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео.